Всем привет, друзья, с вами я, Супер Бонни. И сегодня у меня 1000 гемов МСМ. Еще замечательные баги. И сегодня мы эту 1000 гемов будем что? Правильно тратить. Ну что ж, первым делом я хочу активировать вот этот навык. Ибо хватает, ну а раскрыто, чем нет. У меня сразу будет триумы. Есть самый крутой лист. Ну не самый, но тот тоже крутой, очень ледяной. И сейчас будет просто разгалово. Играет так жестко, так смачно. Я активирую воздушного карабаса. Погнали! Рубаем! Боже, замечательно. Как же хорошо это. Карабаса, да? Это очень круто. Ну, давайте посмотрим, что будет в этой иконке. Неплохо. Так, ну тут еще можно посмотреть, хватит ли мне активировать на убежище карабаса редкого. Я могу, конечно. Нет, слишком много еды, и мне не хватит. Так, что мы еще можем сделать? Да, я хотел вывести геологу, наконец-таки. У меня, знаете, есть небольшие проблемы. Значит, еще и акция удачненько подспела. Поэтому я знаю, что лучше, конечно, зажечь, попросить друзей зажечь, но кому-то. Кто будет дать? Можно просто накопить и за гему все это делать. Еще вы, наверное, спросите, почему я не активировал водяного карабаса. У меня целых 3 песни, а стоит, что водяного. Не пишите хейта. Должен наконец-то все, геода, ура. Ура, ура, геода, ура. Все, наконец-то. Теперь у меня есть. Все. Боже, я не понимаю, сколько в геоде. Так, ну у меня осталось много ямок. Ну, конечно, не так много, но осталось. Я не знаю, что их можно. Может, потратить. Конечно, можно подождать, когда будут крутые. Ну, хотя да, я, наверное, так и сделаю. Ну, еще я хотел вот эти можно, да? Хотя лучше не надо. Но также можно активировать вот этого, но что-то как-то слишком дороговато. Поэтому не буду. А, я хотел купить крутой скин на фу. Вот, это просто это надо. Скин ветеральный город. Thank you.
очень крутой фильм. Так, скажу, даже не знаю, что я тебе делаю. А, может, кстати, а я могу терпеть тебе не мажителя. Я себе всегда хотел, отможа. Бы. Может, дороговат. Блин, он прям дорого стоит. На Гальвану скидка. Ну, кому она нужна? Шаварамба. Ну, хотя бы очень маленький камбэк сделали. Ура. Что это за инвентарь? Да сколько лет птиц? Тебе не жирно? Ну, зато хотя бы у меня первый небожитель стоит. Кстати, именно по той причине, что там все очень дорого, и остров небожителей говно. Ну, по факту все, да. Я сделал все, что хотел. У меня остался запас, где он. Есть вот эта имба. Давайте послушаем. Я считаю, то, что мы делаем. Я сейчас сделаю свою мечту. Я так. Боже. Все, ура. Ура, ура, ура. Моя мечта выполнена, боже. На этом все. С вами был я, Супер Бонни. Со мной были 1000 гемов, теперь только 243. И рыгающие 1000 гемов.